Задача 5.143. Показать, что при нормальном падении света на дифракционную решетку максимальная величина ее разрешающей способности не может превышать значение L на лямбда, где L – ширина решетки, лямбда – длина волны света. Запишем условия главных дифракционных максимумов. D синус φ равно N на лямбда. И запишем формулу разрешающей способности дифракционной решетки. R равно N, четное число длин полуволн, на N, число штрихов. Из первой формулы выразим синус φ. Это соотношение меньше не равно единице. Это у нас как бы известно уже. Отсюда мы выражаем n. То, что получили, подставляем во вторую формулу. R меньше или равно d на лямбда, умноженный на n. Все это равно L делить на лямбда. Где L? N на d. Отсюда получаем, что R, разрешающая способность, меньше или равна отношение ширины решетки к длине волны.